Сары-Арка одержала трудовую победу над Ангарским Ермаком. В Караганде состоялся первый матч 1/4 финала розыгрыша «Братины» чемпионата высшей хоккейной лиги России. В упорной борьбе с минимальным перевесом сильнее оказались карагандинцы. В данное время идет второй матч. Подробнее продолжит Куат Шаншарбаев. Игра началась без какой-либо разведки, а, как говорится, с места в карьер. Зрелищный хоккей в этот вечер наблюдали карагандинцы с обилием голов, потасовок и даже драк. Счет открыли хозяева льда. Илья Антоновский отличился с передачи Белухина и Стасюка. Однако спустя 7 с лишним минут ангарчане сравняли счет. Но на этот гол все в том же первом периоде ответил Артур Кузьменков. На этом хоккеисты забивать не прекратили. За доли секунды до конца первой 20 минутки Антоновский оформляет дубль. Во втором и третьем периоде пошла вязкая игра. Ермак заметно перехватил инициативу. Сумели отквитать еще одну шайбу, но сравнять счет россиянам так и не удалось. В итоге 3-2. Первая победа за Сары-Аркой. Сначала у нас преимущество точно было. У нас были шансы. Меня забили, Ермак забил. И потом начали, конечно, лучше играть. Хорошо, что мы забили в 20-й минуте этот гол, который показал как победный. Да? И потом... С моего виду два периода ровные были, такой игры будут все. Сегодня команды проведут вторую игру, далее серия игр продолжится в Ангарске. В полуфинал пройдут те, кто сумеют одержать 4 победы. Куат Шаншарбаев, Дмитрий Оборок, Владимир Иванюк, 5 канал.